События, которые происходили в течение 3 недель в поселке Нючпас, когда экспедиция волонтеров проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» смогла остановить разрушение церкви, вызывают изумление. Эти люди смогли сделать невозможное. И для нас важно каждое действие, каждая минута этого чуда преображения церкви, которое многие уже и не чаяли увидеть. Волнительное ощущение, потому что видели совершенно в другом состоянии этот храм. И вообще вот первое впечатление от того, когда его увидели, да, еще в прошлом году экспедиция сюда приезжала в разведку, как-то особых таких иллюзий по поводу возможности проведения здесь работ не испытывали. Посмотрели, поняли, что все достаточно плохо, и в задумчивости уехали, ну, сделав обмеры, фотофиксацию и так далее. У нас произошло большое событие. Как бы начали восстанавливать церковь. До этого тоже приезжали волонтеры, тоже спрашивали, как, что. Ну, это церкви тоже уже много лет. И поселку 260 лет. Есть тоже чугунолитейный завод был. Тоже сплавляли это чушки. У меня еще бабушка сплавляла эти чушки Нювчим по речке. И возили эти, как говорится, чушки в Кажим на переплавку. И потом тоже делали уголь. Они, как говорится, сосну это резали там по, я не знаю, сколько метров, тоже уголь заготавливали. В 2021 году группа, значит, с общего дела приехала к нам в наше сельское поселение и прошли первые работы. Первая группа из 3 человек, которая приехала, она определила фронт работы возле этой церкви. Приехала, значит, сколько нужно пиломатериалов, какие работы провести. И вот сейчас, в 2023 году, благодаря общему делу, эта работа проведена. Как вы сейчас видите, наша церковь в каком сейчас состоянии. Провели много очень работ, пиломатериалов. Тут была привлечена техника нашего сельского поселения. Июнь 2023 года. Еще совсем недавно никто не мог представить, что в почти разрушенной церкви зазвучат песнопения. Расцвети в оправдании Твоими, Господи, милость Твою. Любой храм – это свеча, которая горит и которая устремлена к Господу, молитвенно устремлена к Богу. Что смерть не широко помышляете, яко Бог воскресе от гроба. Здесь вот трудясь, молодежь молится о своих каких-то насущных делах, проблемах, и Господь благословляет, Он дает им потребное, каждому, что необходимо. Кто-то может молиться о создании семьи, например, или у кого-то нет детей, Господь не дает. Вот в таких условиях Господь дает благодать на рождение детей,
Кто-то просит о том, чтобы успешно завершить обучение в вузе или в школе, потому что есть даже и школьники среди нас, среди участников экспедиции. Поэтому вот этот труд и молитва на этом месте, оно прежде всего нужно нам, нам как народу Божьему, чтобы привести святыню в благолепие и через это водворить благодать Божию в свое сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, молитвами апостолов, милостями очисти, множество согрешений наших, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Мы сюда приехали 20 числа, и 20 июня, и застали храм в, ну, конечно, другом совершенно состоянии. Вот здесь, в центральной части молельной, примерно до середины окон, наверное, доходил мусор. Естественно, не было полов, не было в алтаре, да, ничего, не было вот этой консервационной кровли, которая сейчас есть. И, в общем-то, весь храм был завален, собственно, мусором и элементами конструкции обрушившихся. За неделю примерно, да, что мы здесь провели, команда расчистила все объемы от мусора, да, все это вывезли с помощью техники, которая нам очень помогла, администрация Кайгородского района. И вот, да, вместе вот этот объем был выполнен, работа. Да, сооружена вот эта консервационная кровля над алтарем, полицы, колокольни, и настелен пол в алтарной части и молельной части. И вот в старинном храме Прокопия Христа ради Еродивого Устюжского чудотворца звучит гимн Пресвятой Богородицы. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Марина с Господою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, я Господь сородила и все души наши. На этом воистину пасхальном всеночном бдении служили владыка Матфей, архиепископ Егорьевский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, и владыка Иоанн, епископ Уржумский и Омутнинский. Придите все верни, поклонимся святому Христову воскресению, всего приди Христом радость всему миру, всегда благословящий Господа. Твое воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушив. Кто бы мог подумать, что на эту службу соберется столько людей из Москвы, Кировской области, районов Республики Коми. Певчие, молодежный хор Юго-Восточного викариатства Москвы проехали более 1000 километров, чтобы сегодня оказаться здесь. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, дай нам живот вечный и вере. Важно то, что люди отправляются в свой отпуск на свои средства для того, чтобы работать по 12-14 часов. И это маленький подвиг, за который, конечно же, Господь воздает. Вот известно, что когда в советские годы разрушали храмы, то люди заканчивали очень печально свою жизнь. И напротив, если человек что-то делает для Бога, что-то делает для храма, то в этом случае Господь не бывает должником. Он воздает и в этой жизни, воздаст и в будущей.
Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвен Пречистая Своя Матери, честногославного пророка, предтечи Крестителя Господня Иоанна, молитвен святителей Герасима, Петерима и Ионы, епископов Великопермских и Усвымских, святителя Виктора, епископа Глазовского, исповедника и всех святых земляков и посиявших, молитвен святых и праведных Бога Отец, и Акима, и Анны, и всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благ и человеколюбец. И чтобы отслужить литургию, волонтеры проекта «Общее дело» и местные жители в течение 2 недель восстанавливали уникальную церковь. Убрали горы мусора, сделали крыльцо и крышу над алтарем, настелили новый пол и украсили храм. Сегодня для нашего сельского поселения, как и для района, очень знаменательный день. Сегодня все верующие, все гости приедут к нам в наш поселок для проведения богослужения возле нашей церкви. Церковь эта была построена в 1903 году, но в 1917 году прошло ее освящение. Я актер каскадер. Тренер по фитнесу. Я приехал сюда со своими друзьями, со своим другом, настоятелем, родственником, замечательным, дорогим священником Иреем Ивановым помочь возродить православную святыню, которую запустение было более 80 лет, и побыть первый раз на литургии после огромного перерыва. Причем литургию будут возглавлять 2 архиерея. То есть это невероятная редкость для Москвы. А то, что происходит здесь, это просто чудо какое-то. Вот. Поэтому, отпишавшись со всеми, взявши отпуск и отпросившись, взяв благословение у жены, я прибыл сюда помогать своим братьям православным. Ребята и взрослые, и такие достаточно уже в возрасте приехавшие люди сюда из проекта «Общее дело», особые люди, конечно, вот Господь их посетил, они решили посвятить значительную часть своей жизни, время, средства тому, чтобы именно возрождать храмы севера русского. Ну, постепенно они, в общем-то, и уже смещаются к югу, и в такие пределы, как вот здесь, в Республике Коми. Но очень важно, что они не для себя только это делают. Конечно, им хорошо, они получают благодать Божию. Но очень важно, что этот проект призван пробудить и многих других людей, которые с ними соприкасаются вот в этих разных местах, где восстанавливаются храмы. И вот в алтаре зажглись свечи, зазвучали слова старинных молитв, и началась литургия. Благослови, Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Храм строится для молитвы, строится с молитвой. Молитва – это самое главное, ради чего создается храм. И самое высшее – это литургия, то есть общественное богослужение, благодарение, когда присуществляется хлеб и вино в тело и кровь Христовы, когда в этом храме присутствует сам Господь, когда причащает верующих. Вот ради того, чтобы совершить одну литургию, уже можно полностью оправдать все затраты, которые потрачены на строительство храма. Ездят ребята очень далеко и преодолевают очень большие такие трудности, но это стоит действительно этого, чтобы помолиться на месте, на святом. И после себя оставить что-то – это великая радость, великая благодать Божия – послужить в том месте, где ты потрудился. И еще что не менее важно – это поделиться навыком, то, что ты знаешь, то, что ты умеешь, и передать это другим. Потому что наши ребята в основном, кто из мужчин, много строителей, много инженеров, вот, и они вот прям делились своими мыслями о том, что как они счастливы, что они научили
более молодых. То есть они передали дело восстановления, как это делать, потому что делать это, соответственно, не просто, нелегко. Но когда не просто, да, то на самом деле это и есть самое главное, потому что ты понимаешь, что есть главное, когда не просто. Потому что когда просто, ты не понимаешь этого. А когда именно в трудах, в совместных усилиях, в испытаниях, тогда ты понимаешь, что это такое, что ты делаешь, что это действительно правильно и что так нужно. И ты хочешь это продолжать, ты хочешь поделиться с другим. И я надеюсь, что мы еще куда-то поедем и обязательно также поможем, вот, чтобы потом радовались не только мы, но и все вокруг. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Родцем всем. Большое спасибо, что владыка Московский и Сыктывкара со всех сторон приехали. Произошло такое большое событие. Даже с Москвы владыка приехал, и это Сыктывкара тоже приехали, это служители. Это большое-большое событие, и поселок не замрет, вот, может восстанавливаться. Да это тоже где-то около 800 с лишним человек было, а сейчас где-то 80, ну, около 90 человек. Может, народ, как говорится, будет ездить, смотреть. Служить литургию в храмах, которые были заброшены, в которых много лет не совершалась совместная молитва, необходимо. Почему? Потому что во время литургии происходит самое главное таинство любого верующего человека. Это таинство Евхаристии, причастия, когда человек соединяется с Иисусом Христом. И Бог становится невероятно близок к человеку. Человек соединяется с Богом, и вместе с тем он соединяется со всей церковью, со всеми верующими людьми, которые также причащаются в данном храме и в любом храме по всему миру. «Я» превращается в «мы». Мы, причащаясь, разрушаем скорлупу собственного эгоизма и впускаем Бога в свою жизнь. В мирской жизни мы очень далеки от Бога, потому что закрыты от Него, потому что суетные дела мешают нам разговаривать с Богом, общаться с Ним, слышать и чувствовать Его. Но храм является особым духовным местом, где Господь открывается каждому искренне пришедшему к Богу. Вот поэтому необходимо даже в разрушенном храме совершать божественную литургию. Эти события, наверное, можно назвать чудом. Как такое могло произойти? Почему именно здесь, в поселке Нючпас? Есть только одно объяснение. Господь чудным образом захотел прославить это место в глубинке, этот храм, в честь первого Христа ради юродивого на Руси, блаженного Прокопия, устюжского чудотворца.